Заслуженный мастер спорта по слэдж-хоккею, член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран РВСН Вадим Силюкин был удостоен знака преподобного Сергия Радонежского. Его вручают за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность на благо Московской области. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил паралимпийца с почетной наградой и выразил благодарность за вклад в развитие детского слэдж-хоккея в Одинцове.